Медицина самая благородная из всех искусств. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл лекций в рамках программы Гиппократ, посвященной дифференциальной диагностике. И сегодня мы с вами поговорим о болевом синдроме грудной клетки, обсудим, действительно, дифференциальный диагноз. Неотложное состояние при данном синдроме и рациональную фармакотерапию. Надо сказать, что болевой синдром грудной клетки ⁇ один из значимых проявлений серьезного заболевания. И это одна из наиболее частых и существенных жалоб, с которыми наши пациенты обращаются к врачам с целью исключения серьезного заболевания. Если боль острая, и достаточно кратковременно это может быть до поры до времени единственным симптомом серьезного сердечно-сосудистого заболевания, который требует неотложного вмешательства достаточно оперативного. Надо сказать, что когда мы оцениваем болевой синдром грудной клетки, нам необходимо ориентироваться на факторы риска, которые сопряжены с тем или иным то есть с той или иной нозологией, Основным проявлением которого является болевой синдром. И безусловно, при оценке болевого синдрома мы должны оценить прогностическую значимость заболевания, одним из ярких проявлений которого является боль в грудной клетке. Вот посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Здесь представлены наиболее важные причины боли в грудной клетке. Они ранжированы по системам и Конечно, на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, к которым относятся такие серьезные проблемы, как острый коронарный синдром или инфаркт миокарда, стенокардия напряжения, перикардит, расслаивающий аневризм аорты, а также тромбоэмболия легочной артерии. А второй блок заболеваний, которые могут проявляться выраженным болевым синдромом грудной клетки, это, конечно, болезни органов дыхания. И здесь мы будем дифференцировать боль грудной клетки при таких ситуациях, как плевропневмония, плеврит, пневмоторекс. Далее заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и, я думаю, разумеется, понятно, что речь пойдет о изучению, о дифференциальной диагностике заболеваний пищевода. Какие болезни здесь мы будем рассматривать? Конечно же, это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, эзофагоспазм, повреждение слизистой оболочки народным телом, эзофагит, ну и, конечно, органическая патология пищевода, такая как рак, язва, разрыв пищевода. Ну и, наконец, заболевания опорно-двигательного аппарата достаточно часто в общем-то, проявляются выраженным, серьезным болевым синдромом. И мы будем говорить немного о грудном радикулите и о травме грудной клетки, опять же, в рамках дифференциальной диагностики. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Он очень интересный, представлен нашими коллегами швейцарскими, которые вот таким вот образом структурировали этиологию боли в грудной клетке, когда к ним обращались пациенты на амбулаторном этапе здравоохранения. Обратите внимание, почти 50%, 49% боли в грудной клетке, той жалобы, с которой пациенты приходят к врачу, все-таки является проявлением заболеваний опорно-двигательного аппарата и относится к так называемым мышечно-скелетным болям. 12% это психогенные боли. 11%. Всего 11% составляет ишемическая болезнь сердца. Далее приблизительно также в такой же процентовке находится респираторная патология. Чуть меньше причиной болей в грудной клетки является гастроинтестинальная симптоматика. И 5% остается без диагноза. Поэтому вот имейте в виду, что на самом деле истинных ишемических болей встречается не так много, но, тем не менее, они являются наиболее прогностически неблагоприятными. Напоминаю вам, какие все-таки причины острой боли в грудной клетке являются опасными для жизни. Это прежде всего острый коронарный синдром, расслоение аорты, легочная эмболия. Да? Хорошо видно, что эти все три нозологии относятся к патологии сердечно-сосудистой системы. Далее напряженный пневмоторакс спонтанный и разрыв пищевода. На что мы должны обращать внимание? Существуют так называемые красные флаги. Находясь на нашей кафедре, в общем-то, заходя на наш сайт, изучая наши материалы, я думаю, вы уже познакомились с этой рубрикой, красные флаги. То есть это те симптомы, на которые врач первичного амбулаторного звена должен обратить самое непосредственное внимание. Итак, первое. Боль, возникшая при физической нагрузке. Вообще, ассоциация боли с физической нагрузкой однозначно должно, должна насторожить клинициста с целью исключения его коронарогенного генеза. Интенсивная боль, которая не купируется приемом нитратов. Ну, понятно, что речь идет о подозрении на острый коронарный синдром. Вегетативная симптоматика, тошнота, рвота, гипергидроз. Тошнота, рвота могут быть проявлением не только гастроинтестинальной какой-то патологии, но и непосредственно коронарной проблемы. Интенсивность боли очень важна, оценивать этот параметр Крайне важно. Бледность кожных покровов, тахикардия. Ну, это симптоматика, которая говорит о серьезных нарушениях гемодинамики, которая часто сопровождает тот же острый коронарный синдром. Одышка, удушье, падение артериального давления и синкопальное состояние. Еще раз повторяю, это те красные флажки, на которые клиницист обязательно при расспросе пациента, при осмотре пациента должен обратить на них самое непосредственное внимание. Итак, давайте приступим. Коронарная патология – это первый блок проблем, которые мы должны исключить. Существует так называемый кардиологический опросник. Это те вопросы, которые врач первичного амбулаторного звена должен задать пациенту, чтобы исключить коронарогенный генез болей в грудной клетке. Итак, Локализация боли. Где отмечает боль пациент? В области грудной клетки, в области сердца, за грудиной. Тут очень важно понимать, как пациент оценивает, собственно, расположение сердца. То есть он должен тогда вам рукой показать, где он эту боль испытывает. Связаны ли эти боли с физической нагрузкой? Но ну, я уже говорила, это один из важных симптомов. Обязательно оценивать боль грудной клетки в ее связи с физической нагрузкой. Куда боль радиирует? Распространяется ли она в левое плечо, левую руку, под левую лопатку? Здесь на слайде не указано, но есть очень подогмоничный признак. Именно коронарогенные боли, распространение ее в левую <coughs> нижнюю челюсть. Какова продолжительность боли? Сколько она длится? Минуты, секунды или часы? И, наконец, помогает ли, помогает ли нитроглицерин? Ну, давайте вот Посмотрим, какие признаки все-таки более характерны для ишемической боли или для коронарогенной боли. Итак, локализация за грудины или несколько левее. Вот по большому счету именно там-то сердце у нас и располагается, а не в левой половине грудной клетки, не в подмышечной области, как очень часто показывают нам пациенты. К большому счету, очень интересное вот замечание представлено в наших учебниках по сердечно-сосудистой патологии, что коронарогенная боль, по большому счету, может возникать в любом месте между лобком и теменем. порой эта боль локализуется только в местах иррадиации, а не в грудной клетке. Ну, проще говоря, у пациента болит нижняя челюсть слева, у пациента болит левый плечевой сустав. А при этом боли в грудной клетке как таковой нет. Обязательно оценивается характер боли. Она ноющая, давящая, сжимающая. Надо сказать, что по большому счету это даже не боль, а чувство дискомфорта. Больные очень красочно описывают это состояние, используя вот такие обороты, как слон сел на грудь, сдавило. Я думаю, что... Даже та аудитория, которая слушает меня непосредственно в зале, хорошо знает, что есть такое понятие, ангена пикторис, да, грудная жаба. Как будто жаба села на грудь и мешает дышать. Очень редко. Боль описывают как жгучую или острую. Ну и вот, собственно, еще один момент, еще одна опция, которой пользуются пациенты при описании характера боли. Они используют язык жестов. Больной кладет сжатый кулак на грудь. Больной показывает на шею и... Этот симптом называется симптом стягивающего шею галстука, симптом галстука. Так что вот такие вот моменты, их пропускать нельзя. И просто можно спросить больного, ну вот покажите, где у вас болит. И самое главное, он покажет не только, где болит, но и как болит, сжав кулак. Ну и про радиацию боли я уже сказала. Патагмонично для коронарной боли, еще раз повторяю, это, конечно, челюсть. Но, возможно, и шея, возможно, и левая рука, и, реже, правая рука, либо обе руки, а также спина, живот и зубы. Факторы, которые провоцируют возникновение именно ишемической боли. Но вот здесь можно немножко потеряться в слайде, когда я написала, что если этих факторов нет, а боль носит тот характер, который я описала несколько ранее, то вероятнее всего врачу следует заподозрить дебют острого коронарного синдрома, либо у больного все-таки имеет место спазм венечных артерий, либо этот, эта боль, этот дискомфорт появился на фоне аритмии. Как правило, наиболее патогмоничным провокатором ишемической боли является физическая нагрузка. Но эмоциональная нагрузка тоже играет очень большое значение. При этом запомните, пожалуйста, что на эмоции, когда пациент тревожится или когда он очень злится, когда он эмоционально выясняет отношения, реагирует на какую-то конкретную ситуацию, в этом случае приступ стенокардии может быть более длительным. Он начнется не сразу, как если бы сравнивать вот эту эмоциональную нагрузку, напряжение с физической нагрузкой, но и прекратиться не сразу, как прекращается, например, боль при физической нагрузке. То есть больной должен успокоиться. Эмоция длится несколько дольше, чем, условно говоря, когда заканчивается физическая нагрузка, то боль проходит сразу. Здесь несколько длительнее приступ стенокардии протекает. Ну и, наконец, вызванная стрессом дисфункция миокарда левого желудочка, так называемый синдром Токацуба, это патология сердечная, не относится к коронарогенной, но, тем не менее, в общем-то, она здесь указана как та опция, о которой не следует забывать. Еще какие существуют ситуации, провокаторы именно ишемической боли? Бывают ситуации, когда приступ стенокардии, то есть той самой боли, которую я еще раз повторяю, описала ранее, возникает в положении лежа. Мы подозреваем так называемую стенокардию декубитус. Это частый признак нестабильного течения заболевания и частый признак того, что у пациента помимо стенокардии напряжения существует еще и стенокардия покоя, и в частности декубитус. Это та стенокардия, которая возникает в положении лежа. И вот этот признак характерен для дебюта сердечной недостаточности. Стенокардия возникает чаще, чем обычно. У пациента, скомпрометированного по факторам риска, о которых мы будем говорить раньше, и у пациента, который описывает загруденную боль, так как я уже сказала ранее, наиболее часто возникает после еды поскольку имеет место перераспределение кровотока в области желудочно-кишечного тракта при терминальных температурах, при очень жаркой погоде или при очень холодной погоде, если недавно была аритмия и, естественно, прошу прощения, аритмия, да, тоже, ну и анемия, когда имеет место повышение потребности миокарда в кислороде, а его недостаточно. То же самое относится к тиреотоксикозу. Ну и, наконец, то, о чем я уже сказала, на фоне гипоксии при дебюте либо развернутой клинической картине сердечной недостаточности. Эффект нитроглицерина. Мы с вами когда говорили о необходимости задать вопросы из кардиологического опросника, однозначно, как реагирует боль на прием нитроглицерина, желательно оценить. Так вот, обращаю ваше внимание, что если это истинная стенокардия, то после приема таблетки нитроглицерина боль проходит достаточно быстро, через одну, три, ну пять, это крайнее время, которое следует подождать. Если требуется больше времени для, так сказать, прекращения боли после приема нитроглицерина, диагноз стенокардии требует подтверждения. Нитроглицерин, помимо снятия болевого синдрома, может уменьшить одышку, которая связана с левожелудочковой недостаточностью, ну, вследствие изменения гемодинамики и уменьшения венозного возврата. Может уменьшить боль который напрямую не связан с патологией коронарного русла, а связан, например, со спазмом гладкомышечных клеток, особенно при патологии пищевода, при эзофагите и иногда даже при печеночной колике. Если больной вам сказал, что боль после приема нитроглицерина прошла через 5-10 минут, это, скорее всего, не эффект препарата, а спонтанное прекращение болевого приступа. Итак, если мы говорим о классической клинической классификации болей в грудной клетки и классифицируем ее как коронарогенную проблему, то типичная стенокардия – это та стенокардия, которая соответствует следующим трем характеристикам. Дискомфорт за грудиной или в шее, челюсти, плечи, руки. Еще раз Напоминаю, что и радиация в челюсть патагмонична для коронарогенного происхождения боли в грудной клетке. Далее, провокация физической нагрузкой и купирование либо в покое, либо после приема нитратов, нитроглицерина, но максимум в течение 5 минут. К типичной стенокардии относится э, та боль, которая соответствует двум из представленных выше трех характеристик. Ну и, наконец, неангинальная боль. Вряд ли эта боль является проявлением атеросклероза коронарных артерий. Это та боль, которая соответствует только одной из вышеуказанных характеристик, либо не соответствует им вообще. Существуют и другие так называемые атипичные проявления стенокардии напряжения. Я уже об этом говорила. Еще раз акцентирую ваше внимание. Изолированная боль в левом плече, левом запястье, локти, чувство сдавления в горле, боль в обеих лопатках или в одной из них. Особого внимания заслуживает боль в подложечной области и ощущение жжения пищевода. Почему? Да потому что так могут проявляться проблемы, связанные с гипоксией нижней стенки миокарда левого желудочка, которая непосредственно прилежит к диафрагме. Часто эквивалентом дискомфорта, болевого синдрома в грудной клетке у пациентов с подозрением на стенокардию может возникать одышка, либо резкая утомляемость при физической нагрузке. Иными словами, у больного ничего не болит, но он решил быстро подняться по лестнице. Вот вследствие перераспределения кровотока и депонирования непосредственно кислорода в скелетных мышцах, крови кислорода, происходит недостаточность снабжения сердца кислородом и возникает вот эта самая утомляемость. И кроме того, стенокардия нередко сопровождается выраженной бурной, я бы сказала, вегетативной симптоматикой, чувством страха, общей слабостью, тошнотой, чувством нехватки воздуха, гиперемией, либо резким, резкой бледностью кожных покровов. Это тоже нужно помнить. В 2019 году Европейское общество кардиологов обновило давно ожидаемые рекомендации по ведению больных стабильной ишемической болезнью сердца. И я думаю, специалисты, терапевты, кардиологи хорошо знают, что европейцы на сегодняшний день ушли от термина хроническая ишемическая болезнь сердца и заменили его на термин хронические коронарные синдромы. В 2020 году вышли отечественные рекомендации по ведению больных стабильной ишемической болезнью сердца, и в наших документах нормативных мы сохранили прежнюю, в общем-то, опцию. Посмотрите, пожалуйста, и в документе 2019 года Европейского общества кардиологов, и в нашем в отечественном документе существует вот такой алгоритм этапов диагностики пациентов с подозрением на стенокардию и коронарную болезнь сердца. На первом этапе мы должны оценить симптомы и провести клинические исследования. Далее обязательно оценить сопутствующую патологию, коморбидный фон пациента. Однозначно мы должны к нашему обследованию, к расспросу, к оценке жалоб, к оценке объективного статуса присовокупить инструментально-лабораторную диагностику. Однозначно необходимо зарегистрировать кардиограмму в покое и оценить биохимию крови, при необходимости выполнить эхокардиографическое исследование, а также рентгенографию органов и грудной клетки. Здесь Чаще всего эта инструментальная опция нужна для проведения дифференциальной диагностики. Ну и далее на четвертом этапе оценить так называемую предтестовую вероятность, а также клиническую вероятность коронарной болезни сердца. А далее на пятом этапе мы должны предложить пациенту диагностическое обследование. Как правило, пятый этап уже протекает не в условиях амбулаторного звена здравоохранения или если он, в общем-то, пациент остается на этом этапе, то необходимо привлечение высокотехнологичных методов исследования, таких как мультиспиральная компьютерная томография. На этом этапе мы должны увидеть, визуализировать ишемию. И эта визуализация требует использования либо таких методик, как сцинтиграфия миокарда в сочетании с нагрузочным тестом, либо стресс эхокардиографическое исследование. Ну а далее проводится коронар-ангиография, которая считается золотым стандартом исследования у пациентов с подозрением на коронарную болезнь сердца. Далее... На шестом этапе мы выбираем подходящую для пациента терапию на основе той симптоматики и того риска, который, в общем-то, сложился у нас в результате этого диагностического поиска. В рамках этой лекции я не буду останавливаться на каждом этапе диагностики. В 2020 году на этой же платформе «Гиппократ» мы записывали лекцию, которая так и называется ишемическая болезнь сердца. Поэтому я, в общем-то, переправляю вас на наши электронные ресурсы, чтобы вы более подробно ознакомились с этой проблемой. А вот факторы риска при ишемической болезни сердца, которые мы должны учесть при оценке болевого синдрома в грудной клетке, я вам напомню. Итак, это артериальная гипертензия, наличие либо отсутствие ее у нашего пациента с болью в грудной клетке. Это наличие гиперхолестериномии, сахарного диабета. Мы должны у этого пациента спросить, какой образ жизни он ведет, он малоподвижный или наоборот активный, оценить, есть ли у него избыточный вес и ожирение, оценить его статус курения, отягощенный семейный анамнез, ну и, конечно, возраст и пол. И здесь, в общем-то, к факторам риска относится, к сожалению, мужской пол. Я думаю, вы все хорошо знаете, что это такое. Это так называемые калькуляторы, европейские, которые с помощью определенных опций позволяют нам оценить, если мы говорим о табличке скорой, которая на слайде представлена слева, десятилетний риск фатального сердечно-сосудистого события. Для этой оценки нам необходимо знать возраст пациента. Эта табличка начинает применяться у пациентов в возрасте с 40 и до 70 лет. Пол пациента, его статус курения, уровень систолического артериального давления и уровень общего холестерина. Еще раз напоминаю, что калькулятор скор позволяет оценить десятилетний риск развития смертельного сердечно-сосудистого события. Но, безусловно, врачам первичного амбулаторного звена, да, и по большому счету любым врачам, хорошо бы понять, а каков вообще десятилетний риск развития любого, как фатального, так и нефатального сердечно-сосудистого события. И вот буквально недавно появились в 2021 году. Я вот здесь даю ссылочку. Данные о том, что мы на сегодняшний день можем использоваться таблицей скор 2 которая позволяет нам вот оценить именно совокупность развития сердечно-сосудистых заболеваний, как фатальных, так и нефатальных. И здесь теми опциями, на которые мы опираемся, когда оцениваем, рассчитываем этот риск, также является возраст, видите, да, 40 до 69 лет, пол, статус курения, уровень систолического артериального давления. Вроде бы все так же, как и по таблице СКОР, но в качестве липидного показателя, если при СКОР оценивается уровень общего холестерина, то в СКОР-2 оценивается уровень холестерина не высокой плотности. И еще один момент. Я Думаю, вы все заметили, что вот в этой табличке SCORE 2 преобладает красные тона. Дело в том, что когда валидизировали эти данные, то получилось, что в Европе, в европейской части России и вообще в Европе существуют страны, страны с различным. Уровнем сердечно-сосудистого риска. Существуют ст страны с низким риском и с, с, с умеренным, с высоким и очень высоким. Ну и я думаю, вы все прекрасно понимаете и видите, что чем больше красного цвета, тем, соответственно, этот риск выше. И вот эта конкретная табличка, которая изображена на этом слайде, она применима. К нашим пациентам пациенты которые живут на территории российской федерации а здесь территория которая относится к территории очень высокого риска развития сердечно-сосудистых событий показания для госпитализации к большому счету в рамках этого в общем-то выступления этого сообщения я решила целесообразным напомнить об этих опциях для того, чтобы, в -то, в быть прогностически ориенти, ориентированным для пациентов с болями в грудной клетке. Итак, если у пациента стабильная стенокардия напряжения, то бывают ситуации, когда госпитализация также показана. В каких это случаях? При сохранении высокого функционального класса стенокардии, 3 4 несмотря на проводимое в полном объеме медикаментозное лечение. Для чего в этом случае нужна госпитализация? Для проведения инвазивных исследований или решения вопроса о реваскуляризации миокарда уже с помощью в хирургических или эндоваскулярных методик. При декомпенсации явлений сердечной недостаточности у пациента со стабильной стенокардией на и напряжения, которые не поддаются лечению коррекции на амбулаторном этапе. И, наконец, третье. При возникновении на фоне стабильной ишемической болезни сердца значимых или жизнеугрожающих нарушений ритма или проводимости. Неотложная помощь, неотложная тактика при наличии стенокардии. Ну, я думаю, что ее все хорошо знают, включая ту аудиторию, которая слушает меня непосредственно в зале. Это таблетка нитроглицерина под язык или спрей. Однозначно перед приемом нитратов нужно измерить артериальное давление и использовать нитроглицерин только при наличии систолического артериального давления выше 90 мм ртутного столба. А вот если через 5 минут... Эта таблетка нитроглицерина не будет эффективным. Наверное, все-таки следует уже обратиться к другому алгоритму, который мы используем при подозрении на острый коронарный синдром. И давайте я снова вернусь вот к этой табличке которая, в общем-то, опубликована в обновленных как европейских, так и отечественных рекомендациях по ведению больных с коронарной болезнью сердца. И вот обратите внимание на эту строчку. На первом этапе, когда мы оцениваем симптомы и проводим клинические исследования, главное, что нам нужно сделать, это исключить нестабильную стенокардию. Давайте с вами все-таки поговорим, что же такое нестабильная стенокардия. Ну, Одной из опций нестабильности стенокардии является острый коронарный синдром, который на догоспитальном этапе подразделяется на ОКС без подъема сегмента СТ и с подъемом сегмента СТ. Острый коронарный синдром – это рабочий диагноз, который спустя 24 часа, то есть через сутки, должен конвертироваться либо в нестабильную стенокардию просто, либо в инфаркт миокарда. Чаще всего, если развивается ОКС без стойких, стойкого подъема сегмента СТ на КГ развивается инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. И далее, как правило, он конвертируется в инфаркт миокарда без КУ. Но бывают ситуации, когда и он, в общем-то, потом, э, в ходе, в общем-то, течения превращается в инфаркт миокарда с зубцом КУ. Если на догоспитальном этапе при ОКС была зарегистрирована электрокардиограмма, и на ней выявлен явный подъем сегмента СТ, то чаще всего это в последующем конвертируется в инфаркт миокарда с, с зубцом Ку. Но могут быть и ситуации, когда зубец Ку не формируется. Что еще хочется сказать по поводу диагностики и классификации острого коронарного синдрома. Уровень тропонина не повышен. Это нестабильная стенокардия. Если тропонин повышен, то в данном случае мы имеем маркер повреждения кардиомиоцитов, уровень которых значительно выше э, при их повреждении в крови. И тогда перед нами будет две ситуации в дальнейшем. Либо это инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, либо инфаркт миокарда со стойким подъемом сегмента СТ. Существуют определенные электрокардиографические критерии острого инфаркта миокарда. Они здесь все перед вами. И я хочу отметить, что существует достаточно большое количество электрокардиографических справочников, которые в которым я вам вас и адресую и где, в общем-то, представлены определенные либо возможные ЭКГ-критерии острого инфаркта миокарда. Ну вот на этом слайде представлены количественные характеристики зубца Q с изменениями конечной части желудочного комплекса, а именно зубца T. С учетом того, что наша лекция посвящена дифференциальной диагностике, позвольте мне остановиться на такой опции, как псевдоинфарктные изменения на ЭКГ. Действительно, существует достаточно большое количество заболеваний, большинство из которых все-таки относятся к кардиальные патологии, которые проявляются на электрокардиограмме действительно псевдоинфарктными изменениями. Существует врожденная патология проводящих путей, так называемый синдром ВПВ, который, в общем-то, проявляется изменениями на ЭКГ в области задней стенки миокарда левого желудочка при типах А и Б, базальном сегменте при типе А и переднеперегорочном при типе Б. Существует кардиомиопатия, которая называется гипертрофической кардиомиопатией, когда псевдоинфарктные изменения на ЭКГ мы видим в диафрагмальных и базальных отделах, а также в боковой стенке левого желудочка. Существуют блокады проведения, в частности блокады ножек пучка ГИСа полная блокада левой ножки, блокада передней верхней ветви с локализацией, которая представлена на слайдах. То есть перегородка, передняя нижняя стенка при блокаде левой ножки пучка ГИСа, либо при блокаде передней верхней ветви левой ножки пучка ГИСа псевдоинфарктные изменения будут фиксироваться электрокардиограммой в тех отведениях, которые прописывают изменения в нижней, передней и боковой стенке левого желудочка. Гипертрофия миокарда левого желудочка тоже может проявляться инфарктоподобными изменениями, которые мы будем фиксировать вот в этих областях. Ну и хроническая легочная патология или гипертрофия правого желудочка тоже может проявляться на ЭКГ псевдоинфарктными изменениями. Поэтому этого не следует забывать. Биохимические маркеры повреждения миокарда это и еще один, одна составляющая, без которой невозможно поставить диагноз инфаркта миокарда, потому что это маркер повреждения непосредственно кардиомиоцита. Я думаю, вы хорошо видите на этом слайде, что подагмоничным маркером является тропонин, который достаточно быстро реагирует на повреждение, его уровень значительно повышается в крови. И самое главное и диагностически значимое в общем -то, повышение это по сравнению с другими маркерами нас интересует в связи с тем, что это повышение длится достаточно долго. В отличие, например, от миоглобина, в отличие от МВ-фракции креатинфосфокиназы. Вот на этом слайде представлены временные характеристики этих показателей биомаркеров повреждения миокарда. Начало повышения, по большому счету, всех тех маркеров, о которых я сказала, приблизительно одинаково. Видите, миоглобин достаточно быстро реагирует, но этот показатель является крайне неспецифичным и нормализуется в течение суток. А вот тропонины, которые являются важнейшим биохимическим параметром, маркером повреждения миокарда на фоне быстрого повышения и максимального уровня где-то в районе суток-двух от момента болевого синдрома, нормализуются в течение 10, 14, 21 дня. Вот почему тропонины T и I являются важнейшими биохимическими маркерами повреждения миокарда которые, в общем-то, следует обязательно оценивать, в том числе и в динамике. Но существует большое количество некоронарогенных состояний, которые также сопровождаются повышением уровня тропонинов. И вот на этом слайде представлены далеко не весь этот перечень. Тяжелая, застойная сердечная недостаточность, как острая, так и хроническая. Расслоение аорты и продвижение расслоения на коронарной артерии также может, в общем-то, спровоцировать повышение уровня тропонинов. Поражение клапанного аппарата, наличие гипертрофической кардиомиопатии, ушиб сердца на фоне проведения абляции, электрической стимуляции сердца, кардиоверсия. При проведении биопсии миокарда также, естественно, повреждаются кардиомиоциты и, возможно, повышение уровня тропонинов. Я вам уже говорила, что существует так называемая стресс-индуцированная кардиомиопатия. В английской аббревиатуре она звучит как Broken Heart Syndrome, синдром разбитого сердца, синдром Токацуба. У нее достаточно очень много названий у этой кардиомиопатии. Так вот, она тоже может сопровождаться небольшим повышением уровня тропонинов. При воспалительных заболеваниях, при миокардите, повреждении миокарда, при эндокардите и перикардите также возможно повышение тропонинов. При таких ситуациях, как гипертонический криз, тахиебразиаритмия, при тромбоэмболии легочной артерии, тяжелой легочной гипертензии, при гипотериозе, при повреждении почек, как остром, так и хроническом, а также при острой неврологической симптоматике, которая включает инсульты, субрахноидальное кровоизлияние, также возможно повышение уровня тропонинов. И в рамках дифференциальной диагностики болевого синдрома в грудной клетке при оценке уровня тропонинов об этом не следует забывать. А вот, собственно, хотела вам показать такую веселую картинку. Это та самая кардиомиопатия, зависимое, стресс-индуцирование, кардиомиопатия, токотсуба, синдром Токацуба. Почему он так назван? Я думаю, что все уже хорошо знают. Потому что форма миокарда, которая приобретается при этом синдроме, с помощью эхо, которая визуализируется при эхокардиографическом либо МРТ-исследовании, что показано вот на этом слайде, очень похоже на горшок, который японцы используют при ловле осьминога. Этот горшок так и называется такацуба. Итак, что такое инфаркт миокарда? Это все-таки некроз. Это самое главное, что должны, в общем-то, мы помнить, который обусловлен ишемией. И этот некроз подтверждается хотя бы однократно установленным повышением либо динамикой маркера некроза. Еще раз повторяю, что предпочтительными маркерами здесь являются тропонины. И вот незначительное повышение верхней границы нормы, превышающее 99-ю персантилю этого показателя, считается диагностически значимым при наличии у больного той симптоматики, о которой мы с вами говорили, при наличии на ЭКГ новых изменений СТТ, блокады левой ножки пучка ГИСа или зубца КОМ, наличием некроза или нарушением сократимости миокарда по данным визуализирующих тестов, ну и при такой трагической опции, как обнаружение тромба в коронарной артерии при проведении аутопсии, либо более Оптимистический вариант при коронароангиографии. Итак, давайте поговорим о неотложной тактике при остром коронарном синдроме. Ну, я думаю, что первую строчку вы прекрасно, в общем-то, уже выучили. Знаете хорошо, что при загруденном дискомфорте сразу назначается нитроглицерин, одна таблеточка, либо спрей. Обязательно при наличии систолического артериального давления больше 90 мм ртутного столба. Мы ждем 5 минут. Если эта таблетка неэффективна, мы даем вторую таблетку нитроглицерина. И здесь мы уже практически не ждем. Если эффекта особого нет, мы вызываем неотложную медицинскую помощь. Далее мы даем третью таблетку нитроглицерина, если боль до сих пор не купируется, обязательно мы мониторим артериальное давление. Ну а далее мы используем морфин, особенно при возбуждении, то есть наркотический анальгетик, Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты в этом случае будут неэффективны и использоваться не должны. В дозе 4,8 мг, повторные дозы 2 мг каждые 5-15 минут. Метаклопромид. Препарат, если у больного есть выраженная вегетативная симптоматика, если есть тошнота и рвота, также помогает нам в этой ситуации. Вводится препарат внутривенно по 5-10 мг. И при сатурации менее 90% используется кислород. Но не высокопоточный, как при COVID-19, а кислород со скоростью 2-4-8 мл в минуту, особенно при наличии симптомов сердечной недостаточности. Возможно, внутривенное введение нитроглицерина если для этого есть показатели. Показания – это артериальное давление, еще раз повторяю, выше 90. Точнее, артериальное давление выше 90 – это условия, при которых мы, в общем-то, можем использовать нитроглицерин внутривенно-капельно. Но при этом обязательно должна сохраняться боль. Если есть признаки острого застоя в легких, то есть есть хрипы, и при наличии высокого артериального давления. Если болевой синдром грудной клетки с подозрением на острый коронарный синдром сопровождается тахикардией, то можно дать внутрь бета-адреноблокаторы метапролол, либо ввести его внутривенно пропранолол, ввести его внутривенно, либо эсмолол препарат, который требует препарат, который относится к бета-блокаторам очень быстрого, ультракороткого действия. Надо сказать, что использование бета-блокаторов на догоспитальном этапе при подозрении на острый коронарный синдром и при сохранении болевого синдрома, требует осторожности. Мы должны точно понимать, что у пациента нет признаков острой сердечной недостаточности, потому что использование отрицательного инотропного, то есть препарата, который оказывает отрицательный инотропный эффект, не должно проводиться. То есть у больного. Не должно быть признаков острой сердечной недостаточности, а при этом есть подозрение на острый коронарный синдром, тахикардия и сохранение болевого синдрома. То есть очень осторожно. При выраженной брадикардии возможно однократное введение атропина, но на сегодняшний день все-таки, наверное, эту проблему решают по-другому, используя установку временной ЭКС, если есть сохранение брадикардии. Подагмоничным лечением острого коронарного синдрома как с подъемом сегмента СТ, так и без подъема сегмента СТ является массивная антитромботическая терапия, антитромбоцитарная и антикоагулянтная, а также сопутствующее антиишемическое лечение. С последующей реваскуляризацией миокарда с восстановлением коронарного кровотока. Ну, в случае острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ это через кожное коронарное вмешательство либо шунтирование. С подъемом сегмента СТ, помимо тех опций, о которых я уже сказала, реваскуляризация миокарда возможно проведение тромболитической терапии антиагреганты, препараты, которые блокируют первичный гемостаз, блокируют активность тромбоцитов, они должны быть использованы на догоспитальном этапе совместно с нитроглицерином. Это ацетилсалициловая кислота, как правило, она дается ПРОС, достаточно большая доза, 250 миллиграмм, если речь идет о нашей, в общем-то, ацетилсалициловой кислоте, либо 162 миллиграмма таблетки американской дается внутрь. Если пациент не может глотать, то аспирин вводится внутривенно. И она должна быть, амиоцилсилициловая кислота, назначена как можно быстрее всем пациентам с подозрением на острый коронарный синдром, как с подъемом, так и без подъема сегмента СТ при отсутствии противопоказаний. Второй антиагрегант, который тоже влияет на функцию тромбоцитов и э, блокирует первичный этап гемостаза, так называемые блокаторы АДФ-рецепторов тромбоцитов, тикагрилор, просугрел и клопидогрил, рекомендуется назначать перед или самое позднее во время чрезкожного коронарного вмешательства. Иными словами, если врачи на догоспитальном этапе, в том числе те врачи, которые слушают меня в зале, назначат больному с подозрением на острый коронарный синдром только нагрузочную дозу ацетилсальциловой кислоты, а второй антиагрегант, ну что-то типа клопидогрела, ему не дадут, это не будет являться серьезной ошибкой. Потому что на сегодняшний день мы все-таки ориентируемся на выбор блокатора АДФ-рецепторов тромбоцитов, непосредственно уже зная коронарную анатомию и, в общем-то, понимая, какая стратегия ведения этого пациента с ОКС будет дальше. Я хочу вам показать вот этот слайд, особенно если мы говорим о пациентах с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, то есть в той ситуации, когда у нас полностью обтурирован просвет инфаркт связанной артерии, когда мы сможем использовать тромболитик на первичном, так сказать, этапе оказания первой медицинской помощи, мы должны помнить от, вот, об этих временных показателях, которые характеризуют раннюю стратегию, которую мы выбираем для данного пациента. Посмотрите, пожалуйста, первый медицинский контакт до регистрации ЭКГ и диагноза должен быть меньше 10 минут. То есть вы встретились с пациентом, который жалуется вам на боли, и вы расцениваете этот болевой синдром как, болевой, как проявление острого коронарного синдрома, у вас 10 минут до момента постановки диагноза и ЭКГ. Далее. Когда вы уже зарегистрировали кардиограмму, когда вы понимаете, что у больного есть ОКС, либо с подъемом, ну, в данном случае, да, табличка ориентирована на ОКС с подъемом сегмента СТ, далее мы можем либо ввести тромболитик, либо провести первичное черезкожное коронарное вмешательство. И желательно, чтобы это черезкожное коронарное вмешательство проводилось в диапазоне временном менее 60 минут от первого медицинского контакта. Крайний случай 90 минут. Если это время подходит к 120 минутам, еще раз повторяю, от момента первого медицинского контакта с пациентом до выбора тактики, в этом случае прогностическое значение тромболитической терапии или первичного ЧКВ уравниваются. Это нужно помнить обязательно. Итак, тромболитическая терапия показана в следующих случаях. Когда имеет место типичная клиническая картина инфаркта миокарда, который сопровождается подъемом сегмента СТ в двух и более сопряженных отведениях, которые прописывают ту или иную стенку миокарда левого желудочка, либо вновь возникшая блокада левой ножки пучка ГИС имеет место быть на кардиограмме. Давность заболевания. Тромболитическая терапия может быть проведена в диапазоне временном до 6 часов от момента заболевания, хотя, безусловно, это очень поздно. Предыдущий слайд показывает вам, что чем раньше мы откроем инфаркт, связанную артерию, тем больше миокарда мы спасем. Есть такая поговорка у кардиологов, у рентгено-эндоваскулярных хирургов время это миокард. Так вот. Меньше 6 часов, да, мы можем использовать тромболизис. Я имею в виду, меньше 6 часов прошло от момента первой встречи а, медицинского персонала с больным. Можно использовать тромболитики и в диапазоне от 7 до 12 часов, и даже более 12 часов, особенно если есть клинические, электрокардиографические данные о наличии рецидива и шемии. Ну и существует такая уже трагическая, прогностически неблагоприятная ситуация, когда у больного с ОКС имеют место признаки кардиогенного шока, использование тромболитической терапии возможно без ограничения времени, это так называемая терапия отчаяния. Понятное дело, что вот эти все временные отрезки, 6 часов, 7-12, более 12, это та стратегия, которая, в общем-то, используется только с тромболитиком и при невозможности использования черезкожного коронарного вмешательства. Существует еще одна опция, когда на ЭКГ регистрируется депрессия сегмента СТ в передних прикардиальных отведениях, при этом регистрируется высокий зубец и подъем сегмента СТ в дополнительных прикардиальных отведениях 7 и 9. Здесь эти отведения расцениваются как реципроктные. В этом случае тоже проведение тромболитической терапии. Оправдана. На сегодняшний день мы имеем в, в арсенале следующие антитромботические препараты – Стрептокиназа, которая все меньше и меньше на сегодняшний день используется из-за высокой иммуногенности. Ее нельзя вводить повторно, но тем не менее, в это наш старый проверенный тромболитик. Но еще раз повторяю, на сегодняшний день используются так называемые фибрин-специфичные тромболитики, такие как альтоплаза ретоплаза и тенектоплаза. И перед вами, в общем-то, представлены их дозировки и э, параллельно, насколько может использоваться и антикоагулянтная терапия. Если мы говорим о антитромботической поддержке пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, обратите внимание, сколько антитромботических препаратов должен получить пациент с острым коронарным синдромом. Это и ацетилсалициловая кислота, еще раз повторяю, но до госпитальном этапе, и, безусловно, второй антиагрегант э, э, из класса блокаторов рецепторов p 2 y 12 тромбоцитов. Посмотрите, пожалуйста, клопидогрел, просугрел, тикогрелор – это пероральные э, антиагреганты. Конгрелор его еще в нашей стране нет, это парентеральный антиагрегант. Эти препараты уже используются самое ранее перед чековой непосредственно, самое позднее во время черезкожного коронарного вмешательства. Возможно также использование третьего антиагреганта в ходе черезкожного коронарного вмешательства при сложной коронарной анатомии. Это будут препараты, которые блокируют еще один рецептор на тромбоците, он называется 2 b 3 рецептор и вот такие препараты можно использовать парантерально. Однозначно на фоне антитромбоцитарной терапии при развитии острого коронарного синдрома необходимо использовать и другие антитромботические агенты, антикоагулянты, препараты, которые блокируют уже коагуляционный каскад, ну или, если проще сказать, второй этап гемостаза. Это препараты, которые относятся к парентеральным. Я думаю, вы все хорошо знаете гепарин, низкомолекулярные гепарины, в случае острого коронарного синдрома наиболее изучен, конечно, иноксопарин, фондопаринукс возможно использовать носоговорками, Бивалирудин, а также пероральные антикоагулянты, особенно они могут быть использованы, если есть необходимость в профилактике венозных тромбоэмболических событий на более длительный срок. Это препараты, которые относятся к классу ксабанов. Апексабан, эдексабан и ривроксабан. Как должно выглядеть лечение пациента с острым коронарным синдромом спустя 48 часов? Это двойная антиагрегантная терапия, ацетилсалициловая кислота плюс блокатор p 2 в 12 рецепторов в течение года, возможно, более длительно. Это кардиоселективный бета-адреноблокатор в целевой дозе. Как я уже сказала, у пациентов с высоким риском эмболии при наличии обширного переднего инфаркта, наличие внутрисердечного тромба, при наличии других показаний к антикоагулянтной терапии, а именно фибрилляция предсердий, наличие тромбоза в анамнезе, используется на короткое время нефракционированный гепарин, либо низкомолекулярный гепарин. В последующем переводятся эти пациенты на пароральные антикоагулянты, в частности варфарин, антагонист витамина К у пациентов с тромбозом левого желудочка в течение трех месяцев этот препарат используется. Помимо этого, больной с острым коронарным синдромом спустя сутки-двое после события должен получать еще один класс препаратов – это ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с титрованием дозы. Ну и, наконец, препарат, который будет влиять на причину развития острого коронарного синдрома. Этот препарат относится к классу статинов с целью достижения целевого уровня холестерина липопротеинов э, низкой плотности на терапии статинами ниже 1,4 ммоль на литр. Как я уже сказала, двойная антитромбоцитарная терапия может быть продолжена, особенно у пациентов, которые имеют высокие либо умеренный риск ишемических событий и при этом не имеют высокого геморрагического потенциала. Двойная антитромботическая терапия, клопидогрел, просугрел, ревроксабан, тикогрелор в сочетании с со ацетилсалициловой кислотой у этих пациентов может использоваться дольше. И вот табличка, которая была впервые явлена миру в 2019 году, когда обновились европейские рекомендации по хронической ишемической болезни сердца, дает нам возможность выбрать нужную комбинацию, дозировку препарата, оценить возможность применения и ограничения. Давайте прервемся, 10 минут перерыв, потом продолжим. Итак, продолжаем разговор о болевом синдроме в грудной клетке. И сейчас мы рассмотрим особенности болевого синдрома в грудной клетке при тромбоэмболии легочной артерии. Тромбоэмболия легочной артерии входит в понятие венозного эмболизма. Венозный эмболизм – это многофакторное заболевание, которое как раз объединяет тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен. Венозные тромбоэмболические осложнения возникают вследствие формирования тромбы в венозной системе. Признаки и симптомы заболевания обусловлены тромбозом соответствующей вены или эмболизациями частями тромбососудов легких. Надо сказать, что и тромбозы глубоких вен, и тромбоэмболия легочной артерии – это очень коварные заболевания, которые достаточно нередко могут вообще прижизненно не диагностироваться, особенно если говорить о тромбоэмболии легочной ар артерии. В структуре внезапной смерти тромбоэмболия легочной артерии занимает уже длительное время стойкое третье место. При детальном исследовании признаки бессимптомной телы могут быть найдены у подавляющего большинства пациентов, которые имеют проксимальный тромбоз глубоких вен. Ну и как обычно при наличии болевого синдрома грудной клетки у пациента, который нам жалуется на эту проблему, мы должны прежде всего учитывать те факторы риска, которые характерны для тромбоэмболии легочной артерии. Это наличие в анамнезе перелома нижних конечностей, длительной иммобилизации, госпитализации по поводу сердечной недостаточности, наличие фибрилляции при терде, особенно в течение последних месяцев, операция протезирования, тазобедренного, коленного сустава, наличие инфаркта миокарда также в течение последних трех месяцев. Обязательно обращаем внимание на анамнез венозных тромбоэмболий, оцениваем, было ли повреждение спинного мозга, имеет место ли онкологическая патология у пациента и Следует отметить, что риск тромбоэмболических осложнений выше при наличии метастазов. А также оцениваем, есть ли у пациента, в данном случае пациентки, заместительная гормональная терапия. Боль в грудной клетке при тромбоэмболии легочной артерии имеет ряд особенностей. Но прежде всего, хочу отметить, что она обусловлена, как правило, растяжением легочной артерии. Надо сказать, что нередко. При тромбоэмболии легочной артерии в острейшей стадии болезни развивается ишемия миокарда вследствие уменьшения венозного возврата и, соответственно, венозного, сердечного, прошу прощения, выброса и уменьшения коронарного кровотока. Обычно она возникает острая, эта боль, она достаточно интенсивна, локализуется за грудиной, либо в правой, либо в левой половине грудной клетки, в зависимости от локализации тромба, длится в течение 15 минут и более до нескольких часов. Это, конечно, ее радикальное отличие от боли в грудной клетке при стенокардии напряжения и при остром коронарном синдроме. Надо сказать, что иногда болевой синдром не столь выражен, и пациент отмечает лишь чувство дискомфорта с давлением в грудной клетке. Не так редко, еще раз повторяю, тромбоэмболия легочной артерии вообще проявляется какой-либо симптоматикой. Обязательно надо учитывать еще следующие моменты, клинические проявления. Это, конечно же, одышка, которая при тромбоэмболии легочной артерии возникает остро, при этом ортопноя, как при сердечной недостаточности, при тело не характерна. Имеет место кровохарканье, но не всегда. Кровохарканье появляется при развитии инфаркта легкого через двое трое суток после эпизода тромбоэмболии. У многих пациентов тромбоэмболия легочной артерии может манифестировать острой сосудистой недостаточностью, которая проявляется бледностью кожных покровов, снижением артериального давления вплоть до развития коллапса, потери сознания в результате гипоксии головного мозга и сопровождаться тахикардией с достаточно высокой частотой сердечных сокращений, 120 и даже более ударов в минуту. Объективно, при исследовании сердечно-сосудистой системы, что мы видим при тромбоэмболии легочной артерии? Определяется набухание и пульсация шейных вен. Конечно же, меняется правая граница сердца, она смещается к наружу от правого края грудины. Выслушиваются систолические шумы, акцент раздвоения второго тона во втором межреберье слева от грудины и, возможно, выслушивание ритма галопа. При объективном обследовании легких может вообще не выявляться никаких отклонений от нормы, а иногда выслушиваются сухие свистящие хрипы на выдохе, которые явного такого отношения к тромбоэмболии легочной артерии не имеют, а является результатом выброса большое количество базоактивных веществ, которые и обеспечивают бронхоспазм. Алгоритм диагностики при тромбоэмболии легочной артерии достаточно давно известен и представлен в соответствующих рекомендациях по ведению пациентов с тромбоэмболией легочной артерии. Существуют различные шкалы оценки клинической вероятности тела, Женевская шкала, предтестовая оценка клинической вероятности. Обязательно оцениваются специальные критерии исключения тромбоэмболии легочной артерии. Реже она возникает у пациентов, которые моложе 50 лет, при частоте сердечных сокращений менее 100 ударов в минуту, то есть при отсутствии тахикардии меньше вероятность тела, при наличии сатурации более 94%, при отсутствии одностороннего отека ног, кровохаркания, недавних травм и операций, анамнеза, венозных тромбоэмболических событий или приема заместительной гормональной терапии. Обязательным в алгоритме диагностики тромбоэмболии легочной артерии является оценка уровня дезимера. Нормальный уровень дезимера позволяет с значительной долей уверенности отвергнуть наличие у больного тромбоза глубоких вен и тела. В диагностике тела включена регистрация электрокардиограммы, исследование рентгенографическое органов грудной клетки, оценка ультразвуковая сердца с помощью эхокардиографического исследования, проведение компрессионного ультразвукового исследования вен, а также для подтверждения более точного, конкретного диагноза тела, сцинтиграфия легких, спиральная компьютерная томография и ангиопульмонография является золотым стандартом тромбоэмболии для оценки тромбоэмболии легочной артерии. Я вам хочу показать, как выглядит электрокардиограмма у пациентов с острой тромбоэмболией легочной артерии. Посмотрите, пожалуйста, исходная кардиограмма вроде бы каких-то особых изменений нет, и посмотрите на, а, значит, <coughs> Значит, имеют место признаки перегрузки правых отделов сердца, П-пульмонали высокие, заостренные. К сожалению, здесь вот он не так ярко виден, как хотелось бы. В первые сутки, вот на кардиограмме, он виден, по-моему, даже лучше, особенно если мы говорим о втором отведении во втором, в третьем отведении в отведении АВФ, признаки перегрузка правого желудочка, так называемый синдром Магвин-Уайта это глубокий зубец С в первом отведении. Посмотрите, пожалуйста, на исходной электрокардиограмме его нет, а первые сутки глубокий зубец С имеет место быть. Зубец Q достаточно выраженный в третьем отведении, и отрицательный зубец T в третьем отведении. Надо сказать, уважаемые коллеги, что вот этот так называемый признак Магун-Вайта не так часто встречается при тромбоэмболии легочной артерии. Достаточно часто электрокардиографически это все, в общем-то, представляется только в виде синусовой тахикардии. Неполная блокада правой ножки пучка ГИСа тоже может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, но появляется это, подчеркну, остро возникшая блокада правой ножки пучка ГИСа в четверти процентов случаев. Посмотрите, пожалуйста, на динамику ситуации через 7 суток. Немножечко уменьшается глубина зубца С в первом отведении и немножечко, так сказать, уменьшается, и даже, в общем-то, здесь видно, исчезает зубец КУ в третьем отведении, ну а на 19-е сутки практически кардиограмма приходит к исходной. Дифференциальный диагноз тромбоэмболии легочной артерии, конечно, в первую очередь проводится с острым инфарктом миокарда. Почему мы проводим именно дифференциальный диагноз в этих двух клинических ситуациях? Потому что у пациента и в том, и в другом случае может внезапно развиться развиться одышка, которая будет напоминать так называемый астматический вариант острого инфаркта миокарда. Боль в грудной клетке часто напоминает клинический острый инфаркт миокарда, самое главное, с инфарктоподобными изменениями на ЭКГ, особенно по типу а, того самого синдрома Маквин-Уайта, о котором я говорила, наличие Q3 и S1. Критерии исключения диагноза. Все-таки данные электрокардиограммы, характерные для острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ, отличаются от той электрокардиографической картины, о которой я сказала. Наличие тромбов в полости правого желудочка и Реакция правых отделов сердца на ситуацию, конечно, в большей степени характерна для тромбоэмболии легочной артерии, расширения полости правого желудочка, а также динамика уровня давления в легочной артерии указывает на то, что это тромбоэмболия легочной артерии, а не инфаркт миокарда. И еще данные тромбоэмболии легочной артерии мелких и крупных ветвей при непосредственно компьютерной томографии тоже указывают на наличие тела если мы такому пациенту в плане диагностики проводим коронароангиографическое исследование, то наличие тромба в просвете коронарной артерии скорее подтверждает диагноз острого коронарного синдрома и исключает диагноз ТЭЛА. Неотложная тактика тромбоэмболии легочной артерии будет мною изложена в последующих лекциях, конкретно в лекции, которая будет посвящена тромбоэмболии легочной артерии и дифференциально-диагностических состояний, а также неотложной тактики и рациональной фармакотерапии именно этой нозологии. Расслоение аорты. Еще один серьезный еще одно серьезное заболевание, одним из главных проявлений, которой является боль в грудной клетке. Давайте по традиции оценим факторы риска, которые мы учитываем при оценке боли в грудной клетке при подозрении на расслоение аорты. Мужской пол, жилой возраст, неконтролируемая артериальная гипертензия, синдром соединительно-тканной дисплазии. Я думаю, что хорошо вам известны эти синдромы. Это синдром Марфана, Эларса Данло. У молодых женщин, несмотря на то, что расслоение аорты – это преференция мужчин, у молодых женщин беременность может явиться провокацией расслоения аорты. Различные воспалительные изменения, аорты, сифилитический мезоортит, врожденная патология артального клапана, в частности двухторчатый артальный клапан, при наличии карктации аорты и обратите внимание, фактором риска расслоения аорты может быть тупая травма грудной клетки. Какая симптоматика имеет место быть при расла... расслоении аорты, при расслаивающей аневризме аорты? Надо сказать, что аневризмы аорты, если они не расслаивающие, они, как правило, клинически не проявляются, а их находят внезапно при каком-то детальном эхокардиографическом или КТ-исследовании. Но если имеет место расслоение аорты, это проявляется жесточайшей. Больные называют эту боль кинжальной болью в груди, раздирающего и режущего характера. Больные очень красочно описывают эту боль, если успевают, потому что, как правило, боль настолько интенсивна, что больные теряют сознание. А вот на слайде написано, что по интенсивности боль при расслаивающей аневризме аорты не уступает боли при инфаркте миокарда, она нередко более интенсивная. Возникает остро, нередко на фоне гипертонического криза или Физической нагрузки, точнее, или просто нагрузки, причем как физической, так и эмоциональной. Локализуется в левой половине грудной клетки или в межлопаточном пространстве, достаточно часто иррадиирует спину, распространяется тоже подложечную область, длится от нескольких минут до нескольких секунд. После первого приступа, обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, эта боль может утихнуть, и на какое-то время возникнет кратковременное облегчение, которое потом сменится новым приступом прежних болей, то есть имеет место чередование светлых промежутков и выраженный, промежутков с выраженной болезненностью. Надо сказать, что в процесс расслоения вовлекаются новые и новые участки аорты, то есть боль может мигрировать по ходу расслоения, и через какое-то время локализовываться, например, в животе. Об этом тоже нужно помнить. Что мы видим? При объективной оценке а, этого пациента асимметрию пульса на сонных и лучевых артериях, ослабление пульса на бедренных артериях. Но ну, я думаю, здесь комментировать это не надо, это и так понятно. Имеют место колебания давления, причем, как от резкого, как, причем мы можем фиксировать как резкий подъем давления, так и коллапс. Имеет место значительная разница давления на руках, а, симптомы нарушения мозгового кровообращения в, в виде выраженности той или иной степени неврологического дефицита. Симптомы инфаркта миокарда. Как я уже сказала, появление клиники брюшной жабы, по аналогии да, с грудной жабой, когда имеет место расслоение уже брюшного отдела аорты, расслоение мезонтериальных артерий и присоединяется картина тяжелой кишечной непроходимости. Кроме того, у пациента с расслоением аорты возможно кровохарканьем, кровавая рвота, плеврит, тампонада сердца, очень грозное осложнение и массивное внутреннее кровотечение. Какие лабораторные инструментальные методы диагностики мы должны использовать при подозрении на расслоение аорты? Конечно, общий анализ крови с оценкой уровня гемоглобина, уровень цирреактивного белка для диагностики какой-то воспалительной ситуации и расслаивающего аневризма аорты, прокальцитонин, креатинин фосфокиназа обязательно тропонин один, который а прошу прощения, ай, который может быть повышен ä, при м об в процесс расслоения коронарных артерий, тропонин Т или А, мы оцениваем, дедимер, креатинин, трансаминаза, лактат, глюкоза и газы крови. На электрокардиограммы выявляются признаки гипертрофии левого желудочка при поражении коронарных артерий, признаки инфаркта миокарда. Причем при расслаивающей аневризме аорты достаточно часто процесс расслоения, если он распространяется на коронарной артерии, то часто такой артерией является правая коронарная артерия. При рентгене органов грудной клетки ограниченное выпячивание дуги аорты, расширение тени средостения с возможным отложением кальция на аорте, изменение контров аорты. Особенно мы эти изменения контров аорты фиксируем в сравнении с данными предыдущего исследования. Ну и регистрация выпада в плевральную полость, чаще левую, это тоже, в общем-то, при Оценки болевого синдрома может, в общем-то, упасть в копилку. Да, в общем-то, и склонить нас в пользу того, что у пациента расслоение аорты. Ультразвуковое исследование. Существует определенная ультразвуковая картина при расслаивающей аневризме аорты. Я долго на ней останавливаться не буду. Как правило, чаще всего это наличие дополнительно подвижной линейной эхоструктуры в просвете аорты. Ну и, наконец, компьютерная и магниторезонансная томография позволяют визуализировать все отделы аорты, включая просвет, стенки и переортальные области. Итак, расслоение аорты – три основных признака. Это интенсивная боль в груди, при отсутствии характерных для инфаркта миокарда, классических изменений на электрокардиограммы и биохимических сдвигов. Одностороннее исчезновение пульсации на лучевой артерии или разницы систолического давления на разных руках, которая превышает 20 мм ртутного столба. Ну и при рентгенологическом исследовании расширение средостения органов грудной клетки. Дифференциальный диагноз при подозрении на расслаивающий аневризм аорты проводится с острым инфарктом миокарда. Сразу хочу сказать, точнее еще раз повторить, что он особенно труден, особенно в тех случаях, когда процесс действительно в общем -то, расслоения распространяется на коронарной артерии. И на электрокардиограмме появляются неспецифические изменения или изменения в виде депрессии, иногда подъема сегмента СТ. Здесь, в общем-то, ситуация достаточно непростая. Что хочется отметить при купировании этого болевого синдрома: повторное введение наркотических анальгетиков не всегда купирует болевой синдром. Ну а на этом слайде представлена неотложная тактика при расслоении аорты при выраженном артериальном давлении, которое достаточно часто сопровождает эту проблему. Мы вводим препараты, которые будут это давление контролировать: внутривенной инфузии нитроупрочина, натрия или нитроглицерина. При обязательном одновременном применении бета-адреноблокатором нам нужно добиться отрицательного инотропного эффекта. С помощью введения бета-блокаторов, я уже их э, перечисляла, когда говорила о использовании этого класса препаратов при остром коронарном синдроме, в данном случае мы тоже можем использовать пропронолол, э, чаще всего это внутривенное введение, и смолол, еще раз повторяю, э, смолол это ультракороткий бета-блокатор, который является препаратом выбора э, при неотложной тактике, при расслаивающем аневризме аорты. Выраженный болевой синдром мы также купируем внутривенным введением морфина. Если в процесс вовлекаются почечные артерии, такое тоже возможно для снижения артериального давления, потому что при развитии ишемии почек давление, как правило, повышается, вводятся внутривенные ингибиторы ангиотензин превращающего фермента препарат энолоприлат в соответствующих дозировках, которые указаны на слайде. При снижении сатурации, при, оксиге, при сатурации менее 90, используется оксигенотерапия. При клинической значимой гипотонии вводятся жидкости, иногда используются вазопрессорные амины. Предпочтительным здесь является норадреналин. Допамин применяется только в низких дозах и только для стимуляции мочеотделения. Следующая проблема, которая нередко сопровождается болевым синдромом грудной клетки, это перикардит. Особенности болевого синдрома перикардита появляются постепенно и нарастают в течение нескольких часов. Эта боль, которая возникает в грудной клетке при подозрении на перикардит, как правило, связана с дыханием и переменной положением тела. Усиливается при глотании, при кашле усиливается в положении лежа на спине, на левом боку, уменьшается в положении сидя с наклоном вперед. Надо сказать, что пациент принимает специально такую позу, при которой ему легче переносить эту боль. Боль тупая, однообразная, может быть довольно интенсивной, может быть жгучей, режущей даже. Локализуется за грудиной или слева от нее. Она эрудирует в шею, спины, плечи, в эпигастрии. Длится несколько часов, несколько дней. То есть она достаточно длительная. Эффект нитроглицерина отсутствует, то есть прием нитроглицерина практически эффекта не оказывает. Лучше всего боль купируется не наркотическими анальгетиками. Если возникает эксудат, если он появляется при перикардите, а такое нередко, боль обычно уменьшается либо исчезает. Какая еще сопутствующая объективная симптоматика имеет место быть при перикардите? Это, конечно же, шум трения перикарда. Он грубый, скребущий, в типичных случаях он двукомпонентный. Что это значит? Это значит, что шум выслушивается как в систолу, так и в диастолу. Место выслушивания 3-4 межреберия слева от грудины, причем этот шум никуда не проводится. Есть такое выражение старых клиницистов, этот шум трения перикарда умирает там, где он и родился. Шум может усилится в вертикальном положении больного, а также при наклоне вперед и даже тогда, когда врач надавит фундаскопом на грудную клетку. При глубоком вдохе шум может ослабевать. Перед вами электрокардиографическая диагностика перикардита. Обращаю ваше внимание на синхронный, так называемый конкордантный, по большому счету, что такое конкордантный, это значит синхронный подъем сегмента СТ во всех отведениях, за исключением отведения АВР. Это понятно, а иногда и отведение В1. И еще один ранний признак перикардита – это депрессия интервала ПР или ПК. Имеет место быть здесь Достаточно. Картинка маленькая такая, вот и плохо это видно, но тем не менее это ранний подогмоничный признак перикардита. Какие в этом случае у нас имеются отличия э, от ЭКГ картины при инфаркте миокарда? Надо следить за динамикой сегмента СТ и зубца Т. В отличие от инфаркта миокарда, после снижения сегмента СТ до изолинии, только тогда при перикардите начинает формироваться отрицательный зубцы Т. При инфаркте миокарда... Негативные зубцы Т возникают задолго до снижения сегмента СТ для доизоления. Это очень важно. Поэтому и в том, и в другом случае необходимо оценивать электрокардиограмм в динамике. Для перикардита не характерно уменьшение амплитуды зубца Р и появление в динамике патологического зубца К. Точнее, конечно, вольтаж уменьшается зубцов, но вот это уменьшение вольтажа зубца Р в дальнейшем при перикардите не конвертируется в патологический кон. Вот. Здесь очень хорошо видно, как меняется высота комплексов QRS, так называемая альтернация комплексов, выше, ниже, выше, ниже, выше, ниже. И еще какие инструментальные данные позволяют нам подтвердить, либо исключить диагноз перикардита. При рентгенографии, особенно при формировании выпада достаточно солидного объемом 250 мл, выявляется кардиомегалия. Если мы диагностируем плевральный выпад, особенно с левой стороны, то это тоже говорит в пользу при прочих равных, так сказать, дополнительных вот этих характеристиках, о которых я сказала, в пользу перикардита, когда вовлекается в процесс не только париетальный листок перикарда, но и плевра. При эхокардиографическом исследовании, которое является наиболее информативный метод, особенно при выявлении выпада, при этом существует понимание и врач-клиницист должен это понимать, когда функционалист ему опишет этот выпад, что для формирования перикардиального выпада, к сожалению, существует масса других причин, а не только эксудативный перикардит. Итак, дифференциальный диагноз болевого синдрома грудной клетки при перикардите, с инфарктом миокарда, имеется внезапное начало при инфаркте миокарда боли. Это боль не меняется при дыхании и часто сопровождается выраженной вегетативной симптоматикой, как я уже подчеркивала. При инфаркте миокарда подъем СТ представлен в нескольких отведениях, точнее, в сопряженных отведениях, которые оценивают тот или иной участок миокарда левого желудочка либо правого желудочка. В то время, как в других отведениях, имеются так называемые реципрокные изменения, то есть зеркальные отражения в виде депрессии сегмента СТ. Через несколько часов, ну, редко суток, при инфаркте миокарда на ЭКГ регистрируется зубец Q. Вот таких изменений при перикардите нет. Кроме того, достаточно значительно повышаются маркеры повреждения миокарда, хотя небольшое повышение тропонина может зарегистрироваться и при остром перикардите. Еще одна ситуация, о которой мы тоже уже говорили, это расслаивающая аневризма аорты. Она редко принимается за острый перикардит, потому что слишком красочное, резкое, острое начало болевого синдрома. Оно внезапно. Боль очень интенсивная, локализуется в спине между лопатками, а никак не в прикардиальной области. Если мы дифференцируем боль при перикардите с болью, связанной с поражением плевры, то боль при поражении плевры, как правило, расположена на стороне поражения. Может она, конечно, сопровождаться и перикардиальной болью, что часто встречается при развитии плевроперикардита. Ну и, наконец, болевой синдром, связанный с патологией грудной клетки, усиливается при локальной пальпации. То есть врач может непосредственно пропальпировать грудную клетку и увидеть... Ähm зафиксировать тот участок грудной клетки, который, в общем-то, реагирует на пальпацию. Какие существуют показания для госпитализации у пациентов с перикардитом? Экстренная госпитализация менее двух часов – это клиника перикардита с симптомами тампонада сердца. Неотложная госпитализация, которая может, в общем-то, осуществляться до трех суток, впервые выявленный острый перикардит, если имеет место хронический перикардит, то госпитализация показана при прогностически неблагоприятных признаков: повышение температуры выше 38 градусов, терапия оральными антикоагулянтами, потому что в этом случае высок риск гематомпанаэды, наличие иммуносупрессивных состояний, отсутствие от эффекта, отсутствие эффекта от лечения, в частности нестероидными противовоспалительными препаратами, этот класс препаратов является основным базисто, с базовым методом лечения перикардитов, миоперикардит, если развивается, и если, опять же, имеет место быть большое количество перикардиального выпада при угрозе тампонады сердца. Ну а плановая госпитализация показана чаще всего для проведения либо диагностического перикардиоцинтеза, либо для хирургического вмешательства. Тампонада сердца – неотложная тактика. Здесь, конечно, мы уже при неотложной тактике используем хирургические в манипуляции, а не непосредственно терапевтическое воздействие с помощью медикаментов. Итак, это дренирование перикардиальной полости или пункционный перикардиоцентез, показаниями для которых является гипотензия, выраженный парадоксальный пульс, расширение еремных вен, угнетение дыхания и другие признаки гемодинамической декомпенсации. Вот на этом слайде представлено место, куда мы должны ввести иглу. Ну и сразу хочу сказать, обращаясь даже к той аудитории, которая меня слушает непосредственно в зале, проведением перикардиоцентеза должен, в общем-то, владеть врач любой специальности, который имеет диплом а, врача пневмоторакс. Еще одна проблема, но уже явно другая, проблема, связанная с патологией дыхательной системы, и которая нередко сопровождается болью в грудной клетке. Посмотрите, пожалуйста, что из себя представляет спонтанный пневмоторакс. Это самопроизвольный разрыв участка легкого с образованием бронхоплеврального свища. При этом воздух скапливается в плевральной полости и... Легкая спадается, развивается полный или частичный коллапс легкого. Вот на картиночке слева очень хорошо это видно. Опять врачу первичного амбулаторного звена необходимо оценить факторы риска, которые учитываются при подозрении на пневмоторакс. Итак, это курение, наличие пневмотораксов в семейном анамнезе, определенный фенотип — это высокие рост и малый вес у молодых мужчин, хроническая обструктивная болезнь легких в анамнезе, тяжелое обострение бронхиальной астмы туберкулез, воспалительные заболевания и опухоли легких, врожденный поликистоз, пневмоцистная пневмония у ВИЧ-инфицированных пациентов, употребление наркотиков и, опять же, тупая травма грудной клетки. Клиника спонтанного пневмоторакса. Начало заболевания острое. Симптомы возникают в любое время суток, но чаще в период бодрствования. Обычно эта боль не связана с физической нагрузкой. Боль тоже носит характер кинжальный, но локализуется не за грудиной, не между лопатками, как при расслаивающей аневризме аорте, а на стороне надрыва легкого вследствие раздражения рецепторов плевры воздухом. <coughs> Прошу прощения. И как раз эта <coughs> интенсивность боли наиболее выражена в момент развития пневмоторакса. <coughs> а в дальнейшем на первый этап на первый план, прошу прощения, выходит одышка, как результат уменьшения дыхательной поверхности легкого. Боль локализуется справа или слева, опять же, в зависимости от локализации пневмоторакса, эрадирует в надключичную область, иногда в плечо, иногда в живот, усиливается при движениях, при глубоком кашле или при дыхании, и также перемене положения тела. Эта боль также может сопровождаться слабостью и холодным потом. Достаточно редко беспокоит сухой, но упорный кашель, и пациент принимает положение сидя или полусидя, и что подогмонично, может лежать на больном боку. Ему так становится легче. Дифференциальный диагноз при спонтанном пневмотораксе мы проводим с двумя эм, заболеваниями: ишемическая болезнь сердца. Еще раз повторюсь, для которой характерная боль в грудной клетки за грудиной, сжимающего характера, с радиацией верхнюю конечность, челюсть. В анамнезе имеют место сведения о стенокардии, а также о наличии факторов риска – курение, гипертензия, диабет, ожирение. ЭКГ-признаки ишемия это динамика сегмента СТ, инверсия зубца Т и вновь возникшая блокада левой ножки пучка ГИСа. И еще одна проблема – нижняя долевая пневмония. Она тоже входит в значит, в патологию в те патологии, с которыми проводится дифференциальный диагноз при спонтанном пневмотораксе. Характерные признаки пневмонии — это продуктивный кашель с лихорадкой, аускультативно-бронхиальное дыхание, хрипы, притупление при перкуссии, ну а при рентгенографии классическое затемнение в тех отделах легких, где, собственно, и локализуется пневмония. Инструментальная диагностика, которая используется при спонтанном пневмотораксе. Что можно увидеть на электрокардиограмме? Отклонение ОС вправо или влево в зависимости от локализации пневмоторакса. Конечно же, снижение вольтажа комплексов КРС, уплощение инверсия зубцов Т, особенно в правых отведениях. При рентгенах логической картине, отсутствует легочный рисунок в периферических отделах сопутствующего пневмогемиторакса и визуализируются очерченные края коллабированного легкого. Неотложная тактика. Здесь неотложная тактика тоже не требует медикаментозного вмешательства. Требуется наоборот, в общем-то, хирургическое вмешательство. Если пневмоторекс небольшой, он обычно не нуждается в лечении. Если только у больного не скомпрометирована дыхательная функция. Как правило, компрометация дыхательной функции имеет место при наличии сопутствующей бронхолебочной патологии. Средний пневмоторакс нуждается в удалении чаще используют использует метод повторных аспираций с помощью достаточно большой иглы и шприца объемом до 100 мл. Да? Иглу вводят под местную анестезию во второй межреберии по, по средней ключичной линии. При большом пневмотораксе необходимо введение дренажной трубки, а напряженный пневмоторакс является угрожающим для жизни состоянием и требует экстренного дренирования. Если дренирование технически невозможно в данный момент следует ввести в плевральную полость большую внутривенную иглу для того, чтобы, чтобы снизить внутри плевральное давление. Заболевания пищевода. Заболевание желудочно-кишечного тракта, ну и в частности пищевода, конечно, мы будем говорить в основном о нем. Почему? Потому что локализуется пищевод в грудной клетке. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Основные клинические проявления: жгучая, давящая боль за грудиной постоянная, приступообразная, связанная с приемом пищи, усиливается в горизонтальном положении или при наклоне, особенно после того, как пациент поел. Может радиировать в руку, в шею, в спину и сопровождается потливостью и дрожью в теле. Боль достаточно интенсивная. Изжога. В типичных случаях она возникает через час-полтора после обильного приема пищи. В ночное время, Длится часами, уменьшается в положении стоя, когда пациент проглатывает, но ну и после употребления молока и антоцидов. Отрыжка воздухом и срыгивание пищи тоже является сопутствующей, так сказать, симптоматикой при гастроэзофагиальной рефлексной болезни. Дисфагия непостоянное ощущение затруднений или препятствия при прохождении любой пищи по пищеводу кислый или горький значит, привкус во рту за счет заброса содержимого, как желудочного, если кислый этот привкус, или горький, если заброс содержимого в 12-перстной кишке. И чувство переполнения в эпигастре, которое возникает натощак или после еды, приема алкоголя и курения. Обратите, пожалуйста, на разноплановость симптоматики при гастроэзофагиальной рефлексной болезни. Здесь есть группа симптомов так называемых пищеводных, о которых я уже сказала. Есть группа симптомов респираторных, то есть Герб может проявляться хроническим кашлем. Врачи будут искать причину в патологии бронхолегочной системы, а она кроется в наличии у пациента недиагностированный герб, приступы удушья, оториноларингологические ларингологические э, группы симптомов это, конечно же, хриплость, дисфагия, срывы голоса, боль в, голо в горле в шее, и комок в горле. Могут быть и стоматологические проявления, это жжение языка и щек, нарушение вкусовых ощущений поражение твердых тканей зубов. Ну и, наконец, кардиологическая группа симптомов при ГЭРБ проявляется кардиологиями, приступы сердцебиения и аритмиями. Диагноз выставляется на основании жала пациента. Это триада, ожога, отрыжка, регургитация. При рентгенологическом исследовании, как правило, существует морфологический субстрат для ГРП. Это наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Кроме того, может проводиться специфическое обследование, суточное мониторирование пищеводного PH. Ну и эндоскопия, которая подтверждает воспаление или изъязвление слизистой оболочки пищевода. Дифференциальный диагноз гастроэзофагиальной рефлексной болезни со стенокардии представлен на слайдах. Мы должны дифференцировать боль по условиям возникновения. И я думаю, что вы хорошо видите различия при стенокардии и при ГЭРБ. Стенокардия возникает при физической нагрузке, при эмоциональной нагрузке. Значит, провокация боли при герб связана с перееданием, приемом кислой, острой, жирной пищи, определенных продуктов питания. Она усиливается после чрезмерного употребления алкоголя в горизонтальном положении и практически с физической нагрузкой не связана. Характер боли также отличается при стенокардии и при герб. Если при стенокардии это давящая, сжимающая боль, скорее дискомфорт, то при герп, это жгущая типичная боль, но тоже может быть и раздирающая, и давящая. Локализация. При стенокардии уже много-много раз говорили. Это и загрудинная локализация, и левая половина грудной клетки, и нижняя челюсть. Если мы говорим о гастроэзофагиальной рефлексной болезни, то локализация ограничивается, как правило, грудиным. Но и радиация в обеих случаях может быть одинаковая. И при стенокардии, и при герб, в шею, в левую руку и в спину. Еще раз повторяю, особенно для аудитории, которая меня слушает в зале, патогмоничная радиация в нижнюю челюсть при стенокардии только. Продолжительность боли несколько минут, но не более 15-20. Еще раз напоминаю, что 15-20 минут – это уже стойкое подозрение на острый коронарный синдром. А боль при герб может длиться долго, от нескольких минут до нескольких часов. Условия купирования – при стенокардии нитроглицерин, прекращение нагрузки, при ГЭРП – изменение положения тела, прием антоцидов, антисекреторных препаратов. Но, внимание, иногда эффективен нитроглицерин, как препарат, который оказывает мягкий спазмолитический эффект. Ну и сопутствующая симптоматика – это страх, тревога, иногда одышка и рвота при стенокардии и при ГЭРП отрыжка и дисфагия. Показания для госпитализации при ГЭРП – антирефлюксное лечение при осложненном течении заболевания и неэффективности, адекватной терапии, а также эндоскофическое или оперативное вмешательство в случае консервативного лечения, особенно при наличии язвы, структура пищевода, при наличии кровотечения и пищевода Баретта. Еще несколько слов о заболевании пищевода. Боль характерна э, по ходу пищевода. Связь боли с актом глотания. Появление или резкое ухудшение боли при прохождении пищи по пищеводу. Еще раз повторюсь, хороший эффект от спазмолитиков и местно анестезирующих веществ. Нитроглицерин при заболеваниях пищевода может оказывать эффект. Потому что боль при спазме пищевода, точнее при заболеваниях пищевода, нередко связана с его спазмом. Ну и, наконец, грозное осложнение, которое я анонсировала в начале первого часа лекции, это разрыв пищевода. Клинически он проявляется интенсивной болью за грудиной или в верхних отделах живота, попадание кислого, содержимого желудка, кислого желудочного содержимого в средостение, это синдром Бурухавы или банкетный пищевод. Поэтому, я думаю, вы все хорошо догадались, что предрасполагающими факторами к разрыву пищевода являются Переедание, избыточный прием пищи и алкогольное опьянение. Параллельно с этим рвота имеет место быть. И радиация боли в спину, усиление приглотания, рвота иногда с примесью крови. Больной часто поверхностно и трудно дышит, но это уже, так сказать, преддверие шока. Конечно же, могут быть явления шока, которые связаны как с болевым синдромом, так и с кровопотерей. При рентгенологическом исследовании выявляется полость с горизонтальным уровнем жидкости в средостении. Ну а диагноз устанавливается при контрастировании пищевода баре. Неотложная помощь при разрыве пищевода, понятно, конечно, связана с хирургическим вмешательством. И способ лечения спонтанного разрыва пищевода зависит от его локализации, протяженности, сроков установления диагноза степени развития различных осложнений. При наличии гнойного острого медиастенита или эмпиемы плевры рекомендуются различные варианты операций от экстирпации пищевода до лечения дренированием. Но вот обратите внимание, коллеги, какая высокая летальность при лечении дренированием разрыва пищевода, 90% практически. Ну и заключение. Буквально несколько слов о боли в грудной клетке как проявление патологии опорно-двигательного аппарата. В данном случае источником боли может быть любой отдел грудной клетки. Она может быть не связана с какими-либо провоцирующими факторами, появляется во время, после, вне связи с физической нагрузкой и всегда необходимо выяснить предшествующие травмы. Боль может усиливаться при дыхании, при перемене положения тела, при движении. Понятно, что если мы оцениваем временные характеристики боли в грудной клетке при патологии опорно-двигательного аппарата, то мы обращаем внимание на то, что боль более длительная, чем приступ стенокардии. И место боли, как правило, пациент показывает. Локализуется она на крайне ограниченном участке грудной клетки, которую, еще раз повторяю, пациент способен показать пальцем. Но Следует обращать внимание на следующее. Если боль в грудной клетке усиливается при, парпа, при пальпации, точнее возникает, усиливается, находится при пальпации, это вовсе не исключает наличие у пациента патологии сердца. Острая боль при патологии опорно-двигательного аппарата, если она выражена настолько, что пациент госпитализировался, как правило, имеет конкретную причину. Это либо падение, либо травма. Ну и тактика ведения. Вообще пациентов, который пожаловался на боль в грудной клетке. В отличие от э, клинической ситуации, когда это место, имеет место быть боль в животе, которая, в общем-то, требует очень осторожного подхода, особенно вот именно в плане купирования, боль в грудной клетке купируется безотлагательно. Врач должен стремиться к купированию боли в любой ситуации. Нет практически противопоказаний при острой боли в грудной клетке для применения обезболивающих средств. Купирование боли проводится с учетом патогенеза. Должно быть использоваться не только обезболивающие препараты, но и другие препараты, которые используются, например, при остром коронарном синдроме, когда мы четко знаем, что боль в грудной клетке является проявлением именно ОКС. Ну и, конечно, мы должны учитывать эффективность терапии, в частности нитратов, потому что они играют очень важную роль э, в установки диагноза, особенно при не вполне типичном болевом синдроме. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание.